Это все-таки свершилось. Нашумевший фильм «Айка» с Амалой Ислямовой в главной роли дошел до большого проката в Казахстане. Если вы вдруг пропустили длительный путь этой картины к успеху, мы напомним, фильм уже собрал множество различных наград, среди которых приз за главную женскую роль на 71-м Каннском фестивале. Плюс картина попала в шорт-лист «Оскара», однако так и не дошла до окончательного списка номинантов. Впрочем, это все в очередной раз подтверждает, фильм достоин просмотра. Казахстанский прокат — история о нелегкой судьбе иммигрантки из Кыргызстана, которая живет в Москве, выходит 14 февраля.